Ministarstvo odbrane na ovaj način želi da iskaže svoju veliku zahvalnost gospodinu pukovniku na svemu što je uradio i na ličnom doprinosu za razvoj naših vojno-vojnih odnosa. Ministarstvo takim obrazom htjelo bi выразить svoju благодарность полковнику Киндякову за его вклад и все, что он делал для развития наших отношений в военной сфере. Pukovnik Kinjakov je pokazao veliki profesionalizam, ali i iskreno prijateljstvo prema našem narodu. Полковник Киндяков продемонстрировал большой профессионализм, а также искреннее дружеское отношение к нашему народу. Odnosi između naših ministarstava, odnosi između naših vojski su na istorijski najvišem nivou. Отношения между нашими министерствами, между нашими вооруженными силами находятся на исторически высоком уровне. А у томе рад пуковника Киньякова има значение допринос. И в это значительный вклад внесла работа полковника Киньякова. Ово је и наш начин, да кажем, колико ценимо његов рад. Таким образом, мы хотим сказать то, насколько ценным является для нас его труд. Али колико ценимо и рад амбасаде Русской Федерации в Белграду. А также, насколько мы ценим труд посольства Российской Федерации в Белграде. И посебно личный допринос, личный труд и личное приятельство, кое осечаемо, когда у питанию министра отборной Сергея Шойко. И также личный вклад, личный труд и личные отношения, которые мы чувствуем, когда речь идет о министре обороны России господине Шойгу. Ово је само још један од корака у нашој плодној сарадњи. Это очередной, еще один шаг в нашем тесном, в рамках нашего тесного сотрудничества. Жао нам је што идете. Нам жаль, что вы уезжаете. Драго нам је што ћемо имати још једног пријателја у Москве. Но мы очень рады, что у нас будет еще один друг в Москве. А от ваших наследников ожидаем, да будет, как вы, и еще больше.